Сапепушистики, у меня к вам челлендж на 150 робоксов. Для того, чтобы их получить, нужно выполнить следующие условия. Первое. Прожмякать подписку плюс колокольчик. Второе. Поставить царский лайк. И третье. Найти в этом ролике три скрытых панды. Они будут появляться в ролике в различных частях экрана. И кто первый выполнит все условия и напишет в комментах три тайм-кода с пушистиками, получит 150 робоксов. Желаю всем удачи и приятного просмотра. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Бамбук он Витька Панда. Добро пожаловать ко мне в гости. И сегодня я решил вернуться в Сайбер-симулятор. Давненько я в него не заходил. В том году последний раз я в него играл. А, балдешечки, здесь уже вышло пару обновок. Что-то я пропустил уже. Ну, все вы знаете, мы были заняты там Ninja Legends и так далее. Настало время все-таки сюда вернуться, все здесь посмотреть и пощупать. Столько всяких тут приколюшек добавили. Тем более, только сегодня вышла новая обновка. И это был отличный повод зайти сюда и все затестить. Наливайте чайку, усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра. А мы начинаем. Так, что, во-первых, мы тут будем делать, ребята? Во-первых, тут добавили какие-то новые классы. Я уже не помню, какой у меня последний был. Ой, мама, не горюй, мне здесь вообще много еще фармить и еще раз фармить. А, точно, я на терминатора. Я копил, ребята, на терминатора. Так, если мы это все дело продаем, сколько у нас там? Ой, мамочки, не горюй, а мы, наверное, сможем что-то купить, да? О, офигеть, так мы с вами сейчас еще и сменим класс. Ну, правда, он старенький, да, но все равно неплохо. Давайте мы его сменяем, ребята. Смотрите, все, обалдешечки. Сменили мы класс. И следующий у нас Колоссус будет, да? Ладно, потихонечку сейчас начинаем фармить. Сейчас начинаем фармить. Так, далее, что у нас здесь, друзья? У нас убрали Кэнди... Кейны, вот эти вот монетки. Короче, ивент, который был у нас вместе с новогодним, перед Новым годом, его, ребята, убрали. Теперь у нас все вернулось, как и было раньше. Так, смотрите, мы сразу же можем пару мечей взять. Да, да, будем, наверное, параллельно это все делать. Я могу что-нибудь купить? Эй. А, мне же надо продать. Бамбуковая голова. Так, все это дело продаем. Все это дело покупаем. Отлично, пару каких-то... мечей я взял. Да, вот они просто долго прогружались. Пару мечей. Мы с вами каких-то взяли. Потом, друзья, я не знаю, ауры, наверное, еще добавили. Давайте глянем, что у нас там по аурам. Я просто давненько уже не заходил. Но ауры вообще так себе это. Да, мне 4 ауры еще надо купить. Но они очень дорогие, а прирост дают очень маленький. Я их не буду больше покупать, ребята. Так, далее здесь, ребята, самое главное, открылись новые острова. Ну, мы на них тоже сейчас сходим попозже. Открылись новые острова, 15 остров, а на 15 есть еще 16. И там, конечно же, есть новые петы. Новых петов будем открывать. И я, кстати, знаете, что решил? Я решил, короче, рискнуть. Сделаем красиво. Я всех своих петов поудаляю. И посмотрим, что там повыпадает. Ну, я вангую, что должно быть, наверное, что-то более крутое. Просто единственное, что они у меня, конечно же, здесь шайни. И еще, ребята, самая приколюшка, ввели новый вид питомцев, точнее крафт, докуда мы можем докрафтить, были радужные, теперь вот такие вот воют. Обалдешечки, то есть смотрите, у нормального если статы у нас единичка, да, получается, мы потом голден 1.5, блестящие 2 и рейнбоу 2.5, а у воида статы будут в 3 раза лучше, чем у обычного нормального. Обалдешечки, да? Не знаю, наверное, вряд ли у меня получится так столько их тут накрафтить, это мама не горюй, так сколько их там получается, получается здесь 10, 100... Это что, 1000? Это 10 тысяч, что ли, обычных, если я правильно посчитал. 10 тысяч обычных надо нормальных, чтобы сделать одного воида. Но будем надеяться, что-нибудь, может, как-нибудь упадет. Ну, не сегодня, конечно, надо будет много и много фармить. Так, далее, друзья, что тут еще добавили? Новый меч какой-то, Excalibur, но я до туда еще... А, я же все продал, надо было посмотреть. Я, точнее, сменил, ребята, класс, и, соответственно, у меня тут все закрылось, надо заново фармить. Какой-то новый вид мечей, Excalibur появились, но в группе их уже выкладывали, какой-то прикольный меч. Так, далее, друзья, что там у нас еще? Ну, островы, два новых острова добавили, это понятно. В магазине появился X5 буст на монетки и на короны, но...
так себе, я вам скажу, это вообще для лентяев, либо, ну, когда вам слишком срочно нужно там прокачаться, очень стоит дорого. Ну, на 15 минут недорого, в принципе, там 90 робоксов, на 5 часов 1700 уже. Проще оставить на VIP-сервере АФК на ночь и все. Так, ребята, ну что, давайте приступать к самому интересному. Давайте, конечно же, мы сейчас с вами... Так, давайте я только вот этот, что тут смогу, еще все это дело продам. Мы сейчас что-нибудь с вами тут еще купим, пару мечей, да, каких-нибудь, да, куда мы там, мы не знаю, можем прокачаться. А, так, 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 где они, где они, где? Вот до сюда мы с вами качнулись. Давайте еще пару взмахов. Я сейчас на данный момент, вы должны обязательно прямо сейчас, ребята, поставить лайки, если не ставили, потому что сейчас я буду удалять все своих питомцев. Всех своих петов мы с вами удалим. Да, надо только будет запомнить, какие тут статы у нас были. Так, мышку отдай, отдай мышку. Миску 125 и 68. Ну, короче, 120 и 70. Мы так округлим. Без понятия, что там будут, ребята, запеты. Все, делаем пару взмахов. Все это дело продаем. Покупаем здесь последних еще пару мечей. Что-нибудь мы можем купить, да? До топориков, да куда мы-то там дапались. Ладно, бог с ними, это я потом буду, друзья, все это апать. Смотрите, заходим на новый 15 остров. Здесь у нас новое яйцо за 400. Я, конечно же, его не открывал. И теперь новый, смотрите, отсюда еще можно на 16 остров пэхнуться. И здесь новое здоровенное офигенское яйцо, ребята. И я ни разу его не открывал. Смотрите, 500 миллионов стоит один раз его открыть. И у меня есть петы. Давайте, ребята, прямо сейчас ставьте лайк. А я пошел делать вот так вот. Тан-дан-дан-дан-дан. Дан-дан-дан, дан-дан-дан. Все-все полностью мы сейчас с вами удалим. Ни одного пета я не оставлю. Не знаю, правда, вдруг я рискую, а вдруг там будут какие-то хуже петов. Но мне что-то интересно, какой-то челлендж сделать, хоть что-то, чтобы было у нас поинтереснее. А то опять там туда-сюда все это дело квадратное катать, круглое носить и так далее. Мы сейчас с вами сделаем вот так вот. Просто всех петов мы с вами удалим. Кстати, сколько у меня там корон? 100 миллиардов. Фу, надо было, наверное, побольше пофармить. Не, нормально. Парочку яиц мы с вами сможем открыть. И посмотрим, челлендж у нас удастся, не удастся. Не знаю, пишите прямо сейчас в комментариях, ребята, зря это сделал, либо не зря. Пошли бы вы на такое, либо не пошли. Удаляем. И... Опа, натики, 0, питомцев 0. Я вообще фармить стал, ребята, очень мало. Питомцев у меня 0. Я всех своих петов удалил. А теперь, ребята, приступаем к самому интересному. Так, у меня тут есть же автооткрытие. Да, я покупал. Жмякаем, друзья, Т. И смотрим, что нам будет падать. Надеюсь, какой-нибудь хоть пятизвездочный упадет. Давайте по 3 яйца сразу будем открывать. Фу, все, я откинулся, ребята, у себя на кушеточке. На этом, на стуле точнее. И сейчас смотрим. Смотрим, что нам будет падать. Так, 4-звездочные всякие падают. Красотули. Я не знаю, сколько мы там их сможем открыть-то, да? Стопа, 500, это что, 200 яиц получается? О, уже что-то 5-звездочный, смотрите, упал. Вот это красотули, какой-то плагуа. О, нифига себе, какой-то доктор или что это такое? Обалдешечки. Так, а вот этот 3-процентный, надеюсь, упадет? Нет. И, ну, сомневаюсь, что я шайни сделаю. Войд-то мы тем более не сделаем, ребята. Но, по крайней мере, охота глянуть, каких у них тут будут статы. Ну, золотых-то мы тут точно сделаем. Золотых-то к гадалке не ходи. Радужного тоже, не знаю, возможно. Тем более, как вы знаете, там сейчас прикольно появилась просто кнопочка. Кнопочку нажимаешь, она хоп, сразу же всех крафтит питомцев, очень удобно. Так, вот этот, пожалуйста, 3-процентный бы упал, я бы был бы рад. Ну вот на 0.3 и на 0.03 я уже как бы вообще... А, смотрите, оба натики, святой бамбук, 0.3%. Чумешечки, обалдешечки. Спасибо, спасибо, высшие силы, нифига себе, я хотел хотя бы 1-3%, а выпал 0.3, очуметь, ребята, вот что значит двойная удача от бамбукового медведя, офигеть, смотрите, помните, здесь раньше была такая одно изображение от этого месяца, теперь два месяца вот эти каких-то, обалдежечки, две луны, капец, круто, мне просто повезло, несказанно повезло, меня уже чешутся лапки посмотреть, какие там будут статы, ребята, очень-очень-очень интересно, давай, так, а сколько у меня там видно, нет, 61, ой, мам, не горюй, я, короче, половину практически открыл, да, ладно, давайте мы сейчас это все дело, ребята, я, наверное, ускорю, чтобы нам не ждать.
И мы вернемся к тому, что когда мы пойдем смотреть, что нам там повыпадало. Ну что, погнали. Фух, обалдешечки. Так, что у меня там осталось, ребята? 39 миллионов. И сколько я открыл? Так, да, 200 яиц, все правильно я посчитал. Ну что, смотрим, что нам там нападало. Так, Леди Баг. Так, так, давайте мы сразу вот так вот всех скрафтим, ребята, посмотрим, чтобы нам просто не терять время. Вот так вот всех крафтим. А из 201 питомца остается у нас 57. Смотрите, 160. Так, а у меня там 120, да, было? Уже лучше. О, банатики. А, офигетушки, я даже не... Я всех петов выбил за один, а я даже не видел, ребята, я даже прошляпил, я там, у меня было автооткрытие, я свернул и пошел на официальный сайт смотреть, что там еще добавили, чтобы я ничего не пропустил. Мне выпил выпал Феникс, статы мать моя женщина, святой бамбук, обалдешечки, как он выглядит, а? Блин, вот это жесть, так, 190, блин, я даже не знаю, что теперь тут одеть, так, это тоже мы дело снимаем. Офигеть, 250 Golden Explorer. Это получается вот этот у нас, да, золотой. Офигеть, так, у нас есть еще какие-то скрещенные. Вот этот Golden, да. Shiny, ничего у нас не упало. Я же там не видел, ребята, я же на сайт пошел. Golden, 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 Golden. Да, обалдеть. Так, 170 тут. Офигетушки, 220 Fallen Angel этот. Капец, ребята, вы представляете, открыть 200 яиц и выбить полностью всех петов. Как вам такой челлендж, а, ребята? Как вам такой челлендж? Блин, так, какого? И вот этого мы можем еще, да, одеть? Все, всех я одел. Максимальное количество. Обалдешечки, вы посмотрите, как он выглядит. Феникс! Блин, это просто бомба. А представляете, из этого Феникса, если сделать, это что, он еще в 3 раза будет сильнее? Мать, о, бог ты мой, это что, 750 и 750 у него будет, да? Это будет 750 и 750. Обалдешечки, просто бомба. Жесть, ребята, жесть, жесть, сказ. Так, а поскольку мы теперь будем фармить, а? Жесть, жесть, ну-ка, если мы теперь... А какие у них, кстати, статы у этого? На короны 180, 160. Нифига себе, сказал я себе. Очуметь. Ребята, я просто в шоке. По 27 миллионов, это что получается... А, в секунду, нифига себе, мы фармить пошли. Вот это фарм пошел. Так, а почему мне их не видно? Где петы мои? Е, петики. Петики, петики, петики. Жалко, что им еще уровень какой-то не качается. Было прикольно, если им еще уровень качался. Так, и теперь мы фармим. Блин, это просто бомба. Я уже вообще... Капец, ребята. Так, давайте мы все это дело теперь продаем. Что-нибудь парочку еще мечей сможем каких-нибудь купить? Мы же только что недавно реберт сделали, да? Бам-бам-бам-бам-бам, еще пару мечей, мы уже вот до этих вот, это что у нас, молоты, да? Я уже забыл, ребята, все забыл, да, вот они, молоты были, теперь мне дается по 13 октиллионов. Обалдешечки, так, здесь мы что-то можем забрать. Боссы у нас старые, ребята, боссов не ввели. Блин, надо, короче, будет, ребята, здесь опять сейчас дофармить. А стоит, сколько мне, кстати, надо набрать, сейчас мы все это дело продаем. А, скиллы добавили? Нет, скиллов до сих пор так и нету. Скиллов так и до сих пор и нету. Мало прыжков. Ну, хотя здесь чем хорошо, ребят, когда делаешь, не нужно. В отличие от Ninja Legends, ребята, все по новой пропрыгивает, да? Здесь можно очень... Ну, то есть один раз пропрыгал и все. Из-за этого, конечно, прыжки здесь не особо нужны. Ну, 6 как бы маловато. До десяточки бы добили, было бы хорошо. Так, ладненько. Берем еще пару мечей. Что мы там можем взять? Опа, вот я уже до этих. Но это не последний, это вот Фьюри, ребята. Потом еще Экскалибуры будут, вот как я картинку вам показывал. Сейчас мы по сколько там? По 28 октиллионов уже копим. Так, а следующий класс мне требуется, так, короче, 1000 триллионов, да, было 20, останет 1000. 994 был, 700, останет всего 750. Обалдешки, по полтиннику здесь добавляются они. Ну ладно, все равно будем качаться, ребята. Так, у меня сейчас, короче, цель, я не знаю, надо будет еще парочку. Так, братишка, пардоньте. Я могу задамажить, да, кого-то я задамажил. Простите, простите, там много моих подписчиков. Всем привет, ребята, всем здорово. Я здесь маленько сейчас встану. Мне нужно сейчас еще корон нафармить. Я думаю, с этими петами мы сейчас быстренько нафармим еще, ну не знаю,
Попробовать бы триллиончик, конечно, бы по идее нафармить, но это будет очень долго. И потом выбивать этих петов, а также еще потом их всех здесь поскрещивать. Мам, не говорю, ну вы посмотрите на этого феникса, это просто жесть. 250 и 250. Вау, крутецкий, крутецкий, еще раз крутецкий. Что, ребята, на этом рыдосик я буду завершать. Всем огромное спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какая на данный момент у вас стадия, какие у вас петы. Будет интересно посмотреть. Может быть, у кого-то уже есть эти воиды и так далее. Я, как говорил, сейчас приступаю к фарму, а также буду открывать множество этих яиц. Ждите в скором времени, наверное, еще какой-нибудь видосик. Посмотрим, чем у нас это все закончится. Прикольный был челлендж, я все продал, но я не ожидал, что настолько сильнее не будет. Получается, в два раза больше, да? Ну что, желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Ну а с вами был Бамбуковый Медведь Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.